в Injustice. Оля, Николай, насчет командной чего? Ты играешь? Почему нет? Только потом кто-то... зарегаемся. Кто третий? Надо третьего найти. Ну, я, скорее всего, не буду, потому что поменьше, и типа, я, скорее да всего, чё, не да иду. Да чё, кто-нибудь другой пока меньше. Ну, играй, зарегай меня, короче, с собой, а там третьего найдем. Ну, попробую Ариса спросить, может, он будет. Арис Кингуши играет. А, я понял. Ну, найди кого-нибудь, кто умеет играть, короче. Так, у нас все время матч начался, мы что-то даже особо не заметили. Кейджей хорошо очень антиэйрит сейчас. Перца, в принципе, не очень много возможностей что-то сделать. Делать в ответ брейкер. Первый тур вообще отвратительный, как по мне, матча с Мелиной. Да, насколько я знаю, что даже этот пика, репикает... Биохазард человек, с кем-то который... другим он репикает. Биохазард... По-моему, с Мелиной он репикает. И с Мелиной тоже он играет. Кстати, а с кем он еще? Какой-то он... есть супермертвый матчап у Пиратора. Пиратора? Я понятия не имею. Я просто... Поможет с Ронином каким-нибудь, я не знаю. Может быть. Но с Мелиной выглядит не очень круто матчап. Ну, посмотри, у нас командные броски работают. Опять эта серия. Пытался опять пытался... же сам накормить, да, не получилось. Кейджей знает, да, хороший армор. Достаточно... Но он... Достаточно это был предсказуемый. Предсказуемый, да, потому что не сетапит два раза, но одно тоже. В этом нет, на самом деле, ничего плохого, потому что Фокси сам делает, допустим, арморы всегда предсказуемо, но он все жрут. Потому что не ожидают, что от такого будет, топ-тира игрока, да, будет такой армор, короче, простой. Один-один тем временем, не так уж и плохо. Перец справляется с Мелиной. Да, отъедал на прыжку, пришлось тратить брейкер. Можно, в принципе, не подпускать к себе Мелину, так он сейчас делает. Почему Кейджей не стреляет? Да, много стреляет, непонятно, почему странно. Он бежит. Потому да, что вот... он перезонивает, очевидно, Пиратора. Достаточно сильно, но посмотрите, 40% комбу, и Кейджей уже нужно подходить в итоге. Пытается отспейсить B1-2. Есть бросок Кел Перец, и просто фуллскрин. Да, ух, посмотрите, пифнула Фера. Да, что это... Сегодня весь день что-то вифает, короче, да. Через стены проходят люди. Ох, о, отличный конформ! Сразу видно мейну чара. Вот мейну человека Ферратор. Долго не играет. Не ожидал, по-моему. Мы сразу же это исправим. Так, хороший вифпаниш от KJ. Начинает раунд, получает метр, но дропает комбу. Ну, Перец нажимает, в итоге эндер срабатывает. И нужно, в принципе, стать просто фуллскрин, кидаться. Но KJ зачем-то идет воевать опять против Ферратора, где, в принципе, достаточно тяжело это делать. Прыгает, плохо конфермит, но бросок не рвет опять. Кел Перец уже больше половины здоровья теряет. Все, это, в принципе, уже раунд Мелины. Нужно просто дожимать, но в итоге Кейджей как-то опять не доигрывает. Но позволяет Кел Перец прыгнуть Мелине и в итоге умирает. Так, второй раунд. О, так это лаунчер теперь. Вот в чем оно. Вот оно что, Михалыч. Так, да, 32%. Все, теперь опять Перцу то же самое, в принципе, можно держаться фуллскрина. Убегает от Мелины. Мелина такая страшная, противная. Так, B1, 2. О, пришлось, да, пришлось тратить брейкер, потому что слишком много здоровья бы сейчас потерял. О, хорошо читает попытку кинуть Тора. Хороший урон, но дропает Кейджей, пытается нажать Кил Перец кнопки. Да, второй раз получается сделать армор, брейкер, вейкапы. Итак, Pain and Gain работает, но опять не смог продолжить комбу. Кил Перри слишком много дропает, слишком. Больше, по крайней мере, чем Кейджей. Кейджей пока достаточно хорошо отыгрывает нейтрал. И нужно в конце сделать какую-нибудь грязь. Нет, вместо этого он просто отдает раунд. У тебя было практически 2 метра. Можно было сделать, можно было что-то придумать. Какие-нибудь лоу-сай отменить серию. Почему Кейджей не занимается такой грязной игрой? Пытается играть честно, а в итоге вот ему честность... Работает сейчас против него, опять пытался перевифать, ничего не получилось. Видите, на вифе уже B1 панишит, потому что Кейджей откровенно уже вбегает. И очень играет неосторожно. Никак. Мелина, в принципе, вот, отъедает ролл, плохой конферм. Очень много дропов сейчас со стороны обоих участников. 2-1-4, опять нету дропов. Да как же немного нажимает вообще, как же это комментировать, боже мой. Это же какой-то ESL. Опять. Так, Pain and Gain блочит, одинаковое практически здоровье у ребят. Друзья, видите, лоу, миньон випает. Кел Перец не знает, что делать, у него нет лайфлида, наконец-то подошел. Будут миксапы, да, работает лоу. Уезжает опять Кейджей. И
Просто нужно быть сейчас осторожным, нужно больше кидать, больше кидать, да, но про смену. Не в его пользу не угадывать, и метр по-прежнему есть, еще может вытащить, нужно быть осторожнее. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И Кей Джей закашлял.